Всем привет! Хочу показать очередное пополнение своего зоопарка. Тут улитки охотины, приехавшие вчера, обживаются. Вот разные разновидности. Интересная ракушка. Вот они, красавчики. Или красавицы, учитывая, что они гермафродиты, тут уже роли не играет, как ты их назовешь. Вот такая красота ползет. Ух, морда. Ну пусть обживаются. Часть приехавших товарищей я поселила к своим старшеньким, точнее, к старушечкам, так сказать. Вон там морда вылазит, вон она. То есть вот по сравнению, какой размер ракушки. Но я буду еще делать им два контейнера. Вот сегодня пока пересидят здесь в гостях. Овсянку уже по всему периметру растащили. Вот такие у меня старушки. О, спряталась, испугалась. Вот такого размера. О, красопета. У меня три старушки, две альбиноботи и одна простая фулика. Вот такие вот улиточки. Красавицы. Кто не знает, кстати, их можно использовать как косметическое средство. Они хорошо чистят кожу, попросту съедая верхний слой отшелушивающийся. Есть у них такое свойство жрать все на своем пути. Вот такая тема.